Советский театр. Строил Ленин Красный театр, кукол с улицы собрав. Начал в нем он как оратор, сценаристом главным став. Постановку ставил Сталин, костюмером был Хрущев. Брежнев жил в нем как хозяин, а продал всех Горбачев. Куклы все сменили роли, поменяли макияж. Кто уехал на гастроли, кто на Кипре лег на пляж. Изменили обстановку, декорацию и свет. В руководстве рокировка, а на сцене толку нет. Верным ленинскому делу оказался хитрый мент. Он на сцену влез умело, типа новый абонент. Разболтал наивных кукол, спрятал умных в нафталин. Помоложе взял подругу, как приличный господин. Заменил партер и ложи, посадил вокруг цветы. С виду театр так ухожен. Клумбы, ленточки, менты. И, надев костюмчик модный, стал он театром управлять, приручив собак голодных, всех артистов охранять. В театре новая премьера, наверху трехцветный флаг, сцена крупного размера, а за кулисами бардак. Ведь сценарий в драме тот же, как и много лет подряд. И все действия похожи. Просто новый маскарад.